горло огромное. Миха, зачем они? Смотри, смотри, смотри. Смотри, смотри. Не хочу смотреть. Дай вот этому, а то он нападет на тебя. Они, видишь, кидаются в тебя. Ника, они такие агрессивные, ужас. Ника там сейчас другой так же сделает. Такие ручки хорошие. Слушай, как они? Ты очень агрессивный пожилой молодой человек. Такого сукиного сына завести? А лишь чего такого сукиного сына завести? Да. Ой, смотри, какой стал еще ножки. Молодец, молодец, дорогая. Молодец, дорогая. Так, подожди, тихо, мне нужна твоя помощь, дорогая. Ой, молодец. Слушай, мне кажется, они собак боятся. Тут собак завели. Тут еще сумасшедшие собаки. Смотрите, сколько их много. Да, я чувствую, что у меня появилось свое маленькое царство. Иди нахуй отсюда. На, маленький мой. Ой, как боится маленький мой, боится. Ой, на, держите. Царапает, что-то больно. Смотри, какой он агрессивный, типа. Ника, пожалуйста, не делай так. Я тебя фоткал? Просто? Слушай, хватит такой агрессивный быть. Я понимаю, что ты царь горы. Давай вместе посидим. Давай вместе посидим и скажем друг другу. Здорово. Здорово. Да за что трахал ты гонять этих? На, жри, сукин сын. Дай руку. А нету маленького. Вот кушай. Я тебе дал одну штуку, кушай. Ну еще одну. Вот это. А вот этому. Гуф. Ой-ой-ой, какой он, смотри, вот ты сукин сын. Вот пидорас. Погнал-то, а. Вот смотри, он маленький, он даже не скушает. Он не может скушать. На, малыш. На, малыш. А ты давай. Давай. На, мой хорош, на эти мой холёсый, я хотел его схватить, блядь. Держи орешек маленький. А всё, на, малыш, на. На, малыш, на. Ник, он залез, и один. Она как собачка, ну что ты такое? Как собачка. Сожрали все орехи, мало орехов, надо было еще купить. Еще там 4 пачки купить. Я попытаюсь этого поймать, вот и вот этого. Бля. Ну это последний орешек вообще. На ты мой хороший. Ну изо рта тебя уже никто не заберет этот орешек. Иди сюда. На. Обалденная, это лучше, чем зоопарк раз в 1000, мне кажется. Довольно? Да, я очень хочу. Колбу надо прикладывать, колбу. Мне надо это косячить. Немножко
везде почему-то деньги висят, да, то есть зачем вешать деньги? Что это обозначает? Что они поклоняются деньгам? Пойдем наверх. Сейчас. Блин, такое ощущение, что Silent Hill наступил резко. Вообще ничего не видно. Вообще ничего не видно. Молодец. И причем это наступило буквально за 5 минут. За 5 минут накрыло фоном. Все. Как такое может быть? Вот и самый настоящий Биг Будда. Высота у него, наверное, где-то 30. А не 30 метров. Маленький оказался. Ни хрена, наверное, не видно.